Я послал сегодня в руку матча. Твои впечатления, твои комментарии после очень матча Бишкекской дерби? Выиграли 2-0, впереди забили, сзади не пропустили. В целом неплохая игра, думаю. Заработали самое важное 3 очка. Двигаемся дальше к чемпионству. Отлично. Вот этот эпизод твоего столкновения с игроком соперника, вот, прокомментируй, как случилось? Да, особо даже не заметил, я боролся вверху, пробил мяч. Ну, так получилось, что игрок попал мне в нос. Нос немножко сломанный. Ничего, переживем. Ага, отлично. И хотелось бы несколько слов о сопернике. Это Бишкекская дерби, принципиальная игра против твоего соперника. Удивил ли тебя соперник и насколько тебе сложно было выполнять, ну, именно функциональные задачи? Алга очень сложная команда. С ней всегда очень сложно играть. И даже в этой игре играли персонально. Не давали даже элементарно дышать, я сказал бы. Ну, один момент я как-то оторвался. Решил свой момент. А в целом игроки играли плотно, особо ничего не давали мне сделать впереди. Вот. А в эпизоде с забитым голом и вообще в целом по игре у тебя было не так много шансов, то есть защитники очень сильно тебя опекали. За всю игру, наверное, у тебя было пару моментов, но тем не менее один из этих моментов ты решил. С чем ты это связываешь, в чем разница по сравнению с предыдущими играми, где у тебя было больше моментов, но тем не менее голов было меньше? Были проблемы с реализацией у меня, после травмы как-то не чувствовал свой ритм, так можно сказать. Ну, сейчас забиваю второй матч, все почувствовал, уже вернул тот ритм свой. И, в принципе, такой момент свой решил. Я думаю, привез команде 3 очка, и вот двигаемся дальше, будем и в других играх забивать Бориса. Все хорошо, спасибо.